Здрасте, здрасте! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу об iOS 14.4 Release Candidate. Как вы знаете, это кандидат на релиз, судя с того, что я сказал. И что у нас здесь пофиксено? С iOS 14.4 Beta 2 пофиксили лишь мелкие баги, то есть повышена якобы автономность, производительность. Но на сути дела будет проверено, понятно, уже завтра. Сегодня я только покажу вам скорость работы. Сами оцените, посмотрите. Единственное, что можно проверить, у батареи зайти в нее и просмотреть меню. То есть пролистать его на энергосберегающем режиме, без энергосберегающего режима. И примерно можете понять, есть ли там баги, либо их нет. Вот на моем 10S, допустим, их нет. Не знаю, как у вас, посмотрите и скажите мне. То есть, что нам об этом говорит? Это говорит о том, что скоро выйдет релиз, поскольку сейчас кандидат на релиз. Я думаю, это будет понедельник или вторник. А может, они поспешат еще и завтра выкатят, как знать. Это редко такое бывает, но у нас сейчас некоторые устройства испытывают на iOS 14.3 дискомфорт по батарее, по другим багам. Как бы у каждого устройства, скажем так, свои неудобства почему-то получается в данной версии iOS. А у кого-то отлично, вот как у меня, допустим, я ничего не испытываю, никаких проблем. Давайте посмотрим скорость работы, а там уже будем судить. В принципе, ребята, судить вам, какая это iOS, об автономности я вам скажу уже завтра. Можете считать, что это, в принципе, есть релиз. Очень редко, когда что-то меняют, когда уже кандидат на релиз, это уже есть по факту релизная версия. Но у тех, у кого не установлен бета-профиль, то вы получите уже сам релиз, когда будет релиз. А те, кто хотят накатить сейчас ее попробовать, вы можете перейти по ссылке в описании. Вот как-то так. С вас подписка, лайк, комментарий. Всем пока.